помидоры мальчики наши поджарили. Шкура, вот это выброшу, можно? Можно. Это не доело. Да, кусок горит хлеба, можно выбросить, можно. Пакет с порезанным хлебом, где-то вот, блин, а где он? А вот я, наверное, где-то здесь стою, что тебе его не видно. Вон он за чайником. Светик у нас тут огнем занимается. Дров нам приволок. Золотой сыночек. Помидорчики такие прямо сочные. Внутри аж подмороженные. Можно не резать хлеб, а вот жопку я ее просто наломаю. Пускай. Можно. Потому что тут вот резать коротким вот этим лезвием вот такой себе. Можно. Я просто поломаю, чтобы знать, что это не обгрызано, а просто ломано. Послушай, это недолго. О, Мелодий пошел. Угу. Валера, здравствуй. Здравствуй. Сюда же зеленого лучка, да, бахнем? Конечно. Конечно. Все, все клади, вот то, что ты видишь и считаешь нужно, все клади, мы все это едим. Любую зелень, лук, это не вопрос вообще. Почему одно бревнышко все кинул? А она была последняя? Это я его кинула, а Светлый принес уже вот это. Ну, я вот, посмотри, оно одно догорает, туда еще может за... Да, может. За это. Да, можно. Легко. Это Светлый сейчас еще принесет. Нормальное слово подобрать. За это. Запихать. Ведь. Помнишь, как я говорю, а это за этого? За этого. Ага. Что за слово за этого? За этого. Что нам, то и за этого. Что захотим, то и за этим. Что нам надо, то нам и надо. Пошли. Красноречие. Ну, подбирать слова надо. Оно влажное. А ничего страшного. На самом деле оно влажное только поверх. А они же эти бревна заготавливают летом, да, ну вот когда там это вот все. Они на самом деле сухие до такой степени, что сейчас вот оно у тебя упало. Да все хорошо будет. Верхушка у него быстренько просохнет прям на огне, и оно разгорится за секунду. Ты еще несешь партию? Обалдеть. Так они быстро уходят. Ну ты это... Да... Прогреются, эти прогреются. Ну ты смотри, ты бы, блин, лучше бы... Давай завязывай, мойся и ешь, пока теплое. Тут уже натаскал на... У нас 15 дней вперед. У нас так же, и они уходят очень быстро. А мы ночью не топим. Не топите ночью? Нет, ты что, я сдохну, если будет ночью будет жара. Я буду дышать вот... Ну ты же ночью, наверное, не топишь. Не, ну мы закидываем. Ночью, да, сегодня утром я проснулась, подзакинула еще. А так ночью горело до, ну, до 3 часов ночи горело. Ведро прям под пяткой. Тебе так удобно? Да не все, все уже даже. Нет, уже все, уже даже ты оно. Все не уже нужно. Сломала, все испортила. Давай я починю. Куда тебе поставить? Мне уже не нужно. Я очистила, только для этого стояла так. Ночью тоже мужчина только не уходит за день. Плюс они все холодные, не прогреются. Хорошо. Снежочек даже. Эй, стрижка. Ну, все хорошо. Так, а нам не надо больше туда к мужикам идти? Все, ну, мы, да? Да, мы по-моему, все. Да. Сами принесут. А, и ты здесь все покажешь. Все. Да. Давай, помой крышку. Тарелка. О, и тарелка. А в тарелке что у нас было? А там это от рыбы замаринованная тарелка. Вонючая. Смотри. Угу. Будешь пить? Ну, может, тебе нравится, я же не в курсе. Лизни хотя бы. Я даже не хочу знать, что там под низом, понимаешь? Теперь. Там низом такая обалденная вертикаль. Вертикаль. Так, ладно. О, боже, да. Так, а на какой минуте? 5:33.
Да. Так и живу. Сейчас полосну, погодите. Да я шпиндерю сюда, на те колбочки. Поставляй, говорит, уходи. Это мужчина? Откроешь? Идем. Шустрые какие. Да. Бери там. Бери там. Нет, хорошо, хорошо. Все. Нет, держи вот эту штуку. А это пустой, надо контейнер. Ой, сейчас снимусь. Я сейчас возьму. В итоге мы сюда. Вот он есть, но может ему это зайдет. Не зайдет ли я домой? В итоге я сюда добавила укроп, сахар, соль и порезала помидоры. И что еще сюда было добавлено? И зелень. Вот. Вот так. Не знаю, получилось или нет.